Когда-то этот город лучился энергией. Темный и опасный. Но такой живой и прекрасный. Теперь он стал другим. Поначалу все менялось незаметно. Кто-то этого не заметил, а кто-то просто принял перемены. Они выбрали комфортную жизнь. Другие нет. И те, кто не подчинился, были выброшены на обочину. Стали вне закона. Они наши клиенты. Мы называем себя бегущими. Мы существуем на грани реальности и ее блика. На грани отражений. Мы избегаем неприятностей, чужих глаз. И копы не сильно нас достают. Бегущие видят город иначе. Мы видим поток. Крыши превращаются в дороги и перекрестки. Ловушки и тупики. Пути к спасению. Поток заставляет нас бежать. Он же помогает нам выжить. Пора потренироваться, а, Фейт? Да, я знаю, ты этого не любишь. Но после того падения нужно восстановить форму, иначе в городе ты пропадешь. Да еще, ты же не в курсе. Как тебе эта новая площадка? Неплохо, правда? Селеста завершает твою обычную пробежку, поэтому повторяй все за ней, хорошо? Мерк хочет, чтобы мы устроили спарринг, Фейт. Ну, ты его знаешь. Готова? Давай начали.
Нет. Итак, Фейт, перейдем к обезоруживанию. Глядишь, пригодится. Если уж и лезешь в драку, то старайся отрезать их и разбираться по одному. Ладно, хватит тренировок, девочки, пора за работу. У Дрейка для тебя задание, Цел, он уже ждет. Фейт, дай мне знать, когда будешь готова к пробежке. Пока, Фейт.